Уже в эти выходные мытищинцы посоревнуются за звание лучшего пекаря. Центр культуры Подмосковья объявил конкурс на самый вкусный яблочный пирог в рамках фестиваля русской культуры «Три Спаса». Гостей праздника ждут выступления народных коллективов, тематические мастер-классы, игры, конкурсы и многое другое. Регистрация участников стартанет в субботу в 10:00, а сам конкурс начнется в полдень. Подробнее о фестивале вы можете узнать на сайте Центра культуры Подмосковья. В программе выступления народных коллективов, мастер-классы. Ну а гвоздь программы – это конкурс на лучший яблочный пирог. Жюри будет оценивать креативность пирога. Приглашаем всех желающих принять участие. И оставляйте свои заявки в телеграме Центра культуры Подмосковья. И мы ждем вас.